Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши контрагенты. Это видео прежде всего для контрагентов. Значит, маленькое официальное, я подчеркну это слово, официальное видео для наших будущих контрагентов. У нас сейчас есть контрагенты, они получают от нас услугу прежде всего по дистанционным психофизиологическим обследованиям. Здесь вот это вынесено первые строки нашего сайта, раздел номер один, документы, и здесь приведены для скачивания так называемые образцы рыбы, если угодно, договоров. Здесь договор по факту выполненных услуг, то есть это самый основной ходовой у нас договор, оплата по предоплате, по факту, по предоплате, ну и так далее. В основном то есть, конечно, контрагенты, которые нам с нами не работали, но видят наш референс-лист, нам доверяют и заключают с нами договор по предоплате. Но все-таки люди как бы опасаются, да, то есть должную осмотрительность проявляют, и это, наверное, законно, правильно и хорошо. Основной все-таки 99%, 95% договоров у нас идет по факту выполненных работ. Здесь это отмечено отдельно. Оплата по факту выполненных работ. Хорошо, здорово. До сегодняшнего момента мы такие договора заключали длительностью на 1 год, а то и с пролонгацией. То есть имеется в виду, что у нас были договоры многолетние. Но вот буквально с сегодняшнего дня, прошу рассматривать это видео как официальное, с сегодняшнего дня мы переходим с договоров годовых, как правило, это на год мы заключали договор, то есть заключили договор, грубо говоря, в январе, и целый год, в течение года, значит, люди у нас получают от нас эту услугу. Именно я имею в виду по дистанционным психофизиологическим обследованиям. Ну вот с сегодняшнего дня, сегодня у нас 27.09.2020 года, мы вносим изменения в наши договора. И прежде всего вот этот основной наш договор, договор услуг по дистанционным ПФО с оплатой по факту. Все остается по-прежнему. Единственное, в этом договоре будет прописана строка, что договор заключается длительностью на 1 месяц. Вот так вот, к сожалению, уважаемые господа, не от нас зависящие обстоятельства, все эти пертурбации с коронавирусом и многими другими, ну, двумя-тремя еще фактами наших реалий, налогообложения, наше государство лихорадит, мы вынуждены это сделать, принять такую меру. Мы будем заключать договора месячные. То есть конкретно в договоре будет прописана дата. То есть если мы заключаем договор, предположим, с 1 октября, то, соответственно, и договор будет с 1 октября по там 30 октября текущего года. То есть договор будет помесячный, не годовой. Вот мы заключили договор и спокойно, значит, работаем. Поэтому прошу вас рассчитывать взаимодействие с НПЦ КМЭ именно с позиции месячных договоров. Заключили договор, месяц проработали по заявке, по текущей, там сколько у вас там человек, 2, 3, 4, 5, значит, все оплаты провели, акты выполненных работ получили, и, соответственно, идем, живем дальше. Надо вам, допустим, через несколько месяцев вновь получить от нас услугу, кого-то еще допроводить. Ради бога, никаких проблем нет. Соответственно, заключаем договор по новой. Он уже будет фактически отработан. Или еще как-то. Но, тем не менее, чтобы мы выживали, у нас небольшая ООшка, несколько человек у нас работает. И чтобы мне заплатить налоги, заплатить зарплаты, мы работаем исключительно по белому, платим все налоги, платим все зарплаты и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы выжить и продолжать оказывать вам наши услуги уникальные, поскольку, не побоюсь этого слова, мы
можно сказать, единственная лаборатория в Российской Федерации, кто оказывает, благодаря разработанному и запатентованному нами программному обеспечению, оказывает, единственная лаборатория наша, оказывает услуги дистанционно, без отрыва работников от своей основной деятельности. Никуда выезжать не надо, никакие командировочные оформлять не надо, никуда ехать не надо. А именно на рабочем месте работники проходят такое обследование. Но для того, чтобы это делать в дальнейшем для вас и сейчас, и теперь, в договоре будет прописано как обязательное условие заключения такого договора, по факту, предположим, да, к основному виду наших договоров, будет прописано дата, месячная дата оказания услуг, независимо от того, сколько людей собирается у вас проходить. Мы, если надо, в среднем у нас идет 2, 3, 4, 5 человека по договору, это не очень много относительно, иногда бывают более крупные договора, там несколько сотен человек, цена при этом ниже по договору, это все четко понятно из наших прескурантов цен и так далее. Вот в частности, стоимость нажимаем сюда, ссылочка ведет на пояснение. Если человек больше 100 проходит обследование, как это должно быть по закону, не только руководящий состав должен проходить такое обследование, но и персонал, ведущий технологические процессы. Имеется в виду не только руководители и ИТР предприятия, но и рабочий персонал, от чего все отлынивают, и, в общем-то, опасные должности, рабочий персонал, они как-то замыливаются и их то есть закрывают на это глаза. Ради Бога, это ваше право, живите как хотите, честно, нечестно, как угодно. Но, как правило, у нас договоры небольшие, 2, 3, 4, 5 человек, да плюс ко всему он еще и месячным будет. Не годовым, а месячным. То есть четко прописываем в договоре месяц прохождения обследования. С момента заключения договора проходит месяц, договор должен быть закрыт. Вы получаете счета, акт выполненных работ и так далее и тому подобные вещи. Мы обязуемся со своей стороны, мы никогда не тянем с этого, если получаем какую-то заявку, в тот же день пытаемся или на следующий день, как правило. Все у нас подготовлено на сайте, готово программное обеспечение, готовы наши программисты все это делать быстро, ответственно. Соответственно, в течение короткого интервала времени, буквально 1-2 дня, все готово. Ради Бога, милости просим, начинайте проходить обследование. В течение месяца обследования проходите, независимо от того, сколько человек вы запланировали к прохождению таких психологических обследований. И мы продолжаем, и вы, и мы продолжаем благополучно жить. Поэтому рассчитывайте на это. Не годовой, как мы спокойно заключали, а тут творятся такие дела, что хочется голову хватать с этими налогами, ростом доллара и так далее. Тут несколько факторов, как я уже сказал, их буквально до 5 можно посчитать, но я не буду вдаваться в подробности. Руководители предприятия наверняка меня поймут. Поэтому вот такая вот свистопляска, вот такие вот изменения. Ну и, соответственно, мы вынуждены соответствовать условиям, выживать как-то в этих условиях. И, соответственно, уменьшаем вот этот срок оказания услуги месяцем. Был год, стал месяц. Заключили договор раньше, год спокойно жили, не дергались. А тут прикинули, посчитали, надо вам услугу, значит, в ноябре. Вот вы, значит, нам обращаетесь там 1 ноября и 29 ноября мы с вами договорные отношения заканчиваем. Жесткие условия, не жесткие условия, но тем не менее не вызваны жизненной необходимостью лаборатории НПЦ ЭКМЭ. Вот такая ситуация. И не от нас она во многом зависит, она совсем не от нас не зависит, и мы вынуждены лишь соответствовать реалиям нашей жизни. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!